Здравствуйте, Сергей. Это видео про распаковку и включение вашей камеры. Первая часть — распаковка. Паспорт на английском языке. Также на официальном сайте есть ссылочка на русскую инструкцию. Мировой гарантийный талон. Камеру можно зарегистрировать на профессиональном сервисе Canon CPS. И вы получите доступ ко всем авторизованным мастерским. Если с камерой что-то случится, ее всегда можно через сервис CPS сдать в ремонт. Камера Canon EOS 6D Mark II. Поворотный дисплей. В комплекте шнур питания, обычный европейский с европейской вилкой. Блок питания для батарей LCE6E. Аккумулятор, который я сейчас распакую и поставлю на зарядку, чтобы показать вам во второй части видео первое включение вашей камеры. И нашейный ремень. Сейчас я заряжу аккумулятор, сделаю для вас видео первого включения. И завтра после внесения полной оплаты, сегодня была внесена третья часть, и завтра еще две трети будут внесены, я отправлю вам вашу камеру новой почтой с оплатой за доставку при получении и с полной страховкой на всю сумму. Еще раз здравствуйте, аккумулятор заряжен, и мы приступаем к первому включению камеры. Да, хочу сказать, что серийный номер камеры 02802-100-1615. Аккумулятор вставлен. Нажимаем. Мы видим, что камера включена. Включаем меню камеры. Как видите, в камере есть и украинский, и русский язык, и все остальные языки, включая восточные. Мы выбрали русский язык и нажали кнопочку Set. Все, русский язык установлен. Дальше все как обычно. В камерах Canon с выбором всех режимов съемки. Ничего необычного нет. При съемке по дисплею есть даже уровень горизонта. Камера использует карты памяти SD. Вот, как видите, дата еще не установлена. Это уже вы сами сделаете, когда получите камеру. Дисплей у камеры поворачивается на 360 градусов, что очень удобно. И кольцо выбора программ фиксируется. То есть программы можно изменить, нажав на центральную кнопку этого джок дьявола. Спасибо за внимание. Сейчас к
камера будет упакована и завтра поедет к вам. Итак, комплект поставки еще раз. Камера, аккумулятор, зарядное устройство, шнур к зарядному устройству и на шейный ремень. Камера с крышкой байонета. Руководство по эксплуатации на английском языке и общемировой гарантийный талон. Спасибо за внимание. Процесс обратной упаковки. Именно в таком виде камера была получена. И в таком же виде она поедет к вам. Аккумулятор полностью заряжен. Итак, на шейный ремень, шнур питания, аккумулятор и зарядное устройство. Гарантийный талончик, руководство по эксплуатации, коробочка. Спасибо за внимание.